Я доклеила, я же не могу успокоиться. Вот так это теперь будет. Надеюсь, что все. Туз Пентаклей. Ловите шанс на возрождение. Скоробей. Это... Сейчас я сниму наушники. Это свою же собственную медитацию слушала Золотого Атома. Это Хипри. Это рождающееся солнце. Новое солнце дня. В лапках внизу знак Шен. Тоже знак солнца и защиты. Это один из канонических символов лотоса. Под ним корзина Неп изобилия и тигр, нарисованный символ золота, нетленности, божественности. А изображалось обычно восходящее солнце из лотоса, из предвечных вод предвечного океана. Рождение нового дня, каждый день рождения Вселенной. Каждый новый день – это новый шанс, новые возможности, возможности к возрождению, к вот этому восхождению. Три звездочки, там Сириус, и пошла жара туда в галактике. Ну что еще сказать о Тузе Пентаклей? Это многомерные порталы, вон раскрытые. Это галактики, это возможности сотворять свою Вселенную многократно. Это зерна возможностей любых, о которых мечталось, любых, которые крыляют. Это посеянные семена. Я из кармана достала семерку пентаклей. Кстати, я сейчас не семерку, а шестерку хотела рисовать. Это скорость реакции возможностей. Это я кому-то смотрящему достаю. Это осуществление мечты и желаний. Звезда. Ну, тут звезд у нас много. Последнее. Загадывайте желание. Это новые возможности. Туз Пентакли – это туз жезлов. Это выделенная энергия на эти возможности и реализация того, что вы задумали. Ладно, мини-гадание закончилось.